Фрута няня, помощь маме. И папе. Итак, батле, ну что, я пошел в дырку, да? Ну да, походу. Ну все же, правильно, в аду мне сейчас не надо. Ничего. Правильно, ребята? Все, блин, ладно. Просто, блин, я боюсь, чтобы потерять. Есть контакт. Я дома. А что за хуйня, ребята, извините, конечно, за вопрос, но этот портал не явно мой, ну, не мой, типа, как бы... Это не мой дом! Это да, это верхолазка, это не моя верхолазка, чел! Я нашел портал, по сути, который не мой. Я тут не один, что ли? Чего? Так, все, верхолазку с себя. Жас! Чел чуть и задохнулся. Итак, а вот здесь мне понадобится моя бинокля. Итак, смотри. Я не вижу, блин, где моя вот эта вот торчулька. Ну да, это я далеко, блин. Прям не знаю где. Пока ничего не видно. Компас, он у меня дома остался. Сейчас, сейчас найдем. Ух ты, Эмбер-Бембер. Это псика. Я хочу сюда подойти, может быть, там золото. Тихо. А где Олька моя, интересно? Сережа отпугнул. Нет, нет, серьезно, а где Олька? Плачущий обсидан. Ой, это кто? Там плавает. Золотой нагрудник, проклятие утраты, золотая кирка. Не видно. Меня нашутили школьники. Здесь, говорят, еще есть... Какой-то, ну, типа сундук. Какой тут сундук может быть? Вы чё, ёпты? А, может, это тут в песке он, конечно. Хрен его знает. Да нету тут ничего. Эй, ты, никогда не думал, каково это быть курочкой в КС-ке? Как только беднягу видят в поле зрения, начинается охота. К чему я это? А к тому, что у Epic Drop на сайте появилась новая бесплатная рождественская мини-игра по КС-2. Christmas Run. Задача, играя за курочку, добежать до конца игрового поля и не попасться под пулю. Выиграл? Забирай призы. Кейсы, скины, промики и даже ножи с перчатками. Ну, вероятность их получить, конечно, не очень большая, но она есть. Играть можно халявно, раз в час, ну то есть 24 раза за сутки, и попутно фармить победы для открытия мега-кейсов. Вот наполнение первого мега-кейса всего лишь за 20 побед, и все это на халяву можно зафармить буквально за один день. Хочешь больше? Лови 100% скидку от меня на билет их операции Winterblade. Бесплатно вместо 600 рублей. 100% скидка. Всего лишь на 15-м квесте этой зимней операции ты получишь перчи или тайное АВП. А на последнем, 60-м задании забирай кейс с ножами от 10 тысяч рублей. Бесплатно. Все это добро продлится только эту зиму, поэтому ссылочку я оставлю снизу, так же как и промо на 15% к балансу. Ставь ролик на паузу и играй в бесплатную мини-игру по КС-2 и фарми зимнюю операцию. Сделай сюда, себе сука, верхолазку где-то 100 блоков вверх и точно увидишь свой дом через бинокль. Просто ты низко смотришь. Либо сделай компас, а когда будешь дома, сделай свою горягу с факелами, чтобы видно было. Сейчас я петуха ёбну. Петух, сука, выебался, летает. Ну-ка, сейчас, подожди. Смотрите, фиксируйте, сейчас эта ебанька петух собьет сверху, будет падать, дебил.
Я не пойму, что-то куда идти. Еще выше попробовать. Валера, Денис, привет. Хочу сказать, что ты классный стример, охуенный чел в принципе. А так удачи тебе во всем. И не болей, броу. Спасибо, братишка. Спасибо. Ты тоже не болей. Обнимаю, целую. Спасибо большое. Не, блин, может прорисовку дальше делать? Не вижу ничего. Вообще непонятно. Там должна такая хуйня торчать моя. Антенна. Иди ищи одного ресурсы для компаса. Полудурок, посудомойщик. Ты так ничего не найдешь. Я сочувствую тому, что ты полудурок. Вот и думай. А, я полудурок, да, получается? Можно вот таким образом эта переплавка? Что я получу? Слиток, правильно? Чего, блядь? В смысле, блядь? Сука, какой дебил. Малолетняя дурка. Тебя развели на нулевые координаты, ты тогда никогда дом не найдешь. Прокопай вниз и найди одно железо, это легко и сделаешь себе компас. Чат, не наебывайте его, и так все сложно же. Ты просто максимально тупорылый дегенерат. Спасибо, приятно познакомиться, 54, ровно. Тебе говорят же, ты так не найдешь дом, полудурок тупорылый. Мне сказали, нулевая позиция, сын мамы. Ищи так же. Твоя точка спауна не находилась на нулевых координатах. Да мне сказали, тебя что находилась! А кого слушать, тебя или твою найди маму? Найди уже один железную руду и сделай компас. Полупокер потаудобит. Ладно, пойду я дерево рубить. Печку сделать надо. Лё! Смотря. Это какой-то... Привет, это Валер, это я. Куплинов Дима. Кто? Спешу напомнить тебе, Дима, что эту игру я прошел на самой максимальной сложности. Спешите всего за минуты. Валера, ты осилишь эту игру для детей, потому что ты тютейлист? Ой, почти умер, но не почти. Практически, но теоретически как бы жив остался. Ну что, Куплинов прошел. Мартышка прошла. А Дениска, да, как всегда, затупил. Попробуй использовать голову не только для поедания параши и сказано. Это что? Это что за домик-то? Украсть тут можно что-то? Смотря. А что это за дом, ребята? Не, просто интересно, вдруг тут что-то лежит нужное. Ух ты! Козерог? Мультковка? Пузырек опыта! Персант собака, амперсант 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 собака. И что это было? Это что-то призывает или просто по приколу? Привет. Друг? 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 Я сейчас металл плавлю, мне с этим надо, ну, компас делать. Металл какой у меня бараний рог? Итак, смотрим. Компас. Мне надо это тоже забирать, потому что пригодится. Итак, смотрим. Ну все. Чел знает, куда идти теперь. Ой.
Ну, блядь, по-моему, они не дружелюбные. Угу. Привет все. Чел плывет. Хорошо. Вот что я нашел в интернете по запросу. Чел плывет. Снимите. Ты что? Блять, ой, господи, боже. Там золото. А надо ли оно мне? Вопрос интересный. Не, просто думаю, стою. Там, наверное, сундук есть. А в сундуке может быть магия. А магию можно использовать для того, чтобы вернуться домой. Боже, это моя... мой шанс. Ну чё, кусочки, кремень. Проклятие вот опять. Ничего хорошего тут нету. О, смотри, какое-то поселение. А у меня тоже, между прочим, дом в поселении находится. Я же, ну, по новой, когда начинал играть... Можно поспать? Я же, когда по новой начинал играть, я тут шпиль-то невысокий строил. Ой, а чё такое хуй? Я же шпиль-то невысокий строил, слушай. Это в той карте, а в этой у меня был небольшое. Может, это и есть то самое поселение? Ух ты, да ты шо, ля? В смысле минус дом? У тебя маленький пенис. В смысле, вы сами писали по спи зайди, чтобы мобы отъебались. Вы конченые или что? Вы сами сказали, зайди поспи. Я так полагаю, компас меня вел к моей кровати. А эти сыновья шлюх писали мне, который же компас ведет на нулевую позицию, да. Короче, эти пи***ы просто меня все наебывали. В итоге я проебал сейчас дом, потому что кого-то написал, чтобы я лег поспать. Походу, так оно и есть. Стрелка должна быть ровная. В смысле ровная? Вот так вот, что ли? Ну, ровная-то вот, дурак. Вот ровно. Это значит прямо. Передай. Слушай, я как будто пришел. Компас крутится. Я, по-моему, пришел, да? Где-то здесь, значит, у меня дом. Тут где-то поселок должен быть. Смотрим внимательно. Так, я возле спавна, у меня возле спавна дом, недалеко. Прям я... Ой, блядь, уебался, сука. Спасибо, с днем рождения. Успеха, радости, веселья и чумового настроения. Я нашел, ребят. Делаю халаску сейчас. Я нашел, Луна, ты на. Теперь пока опять не убежал куда. Я нашел на Изи. Эй, хейтер, на, сосать. Изи, изи, человек пожилой нашел свой дом. Жест. Смотря, вон мой дом, его сразу видно. Он не такой, как у всех. Вот самый красивый. Вон антенна телевизионная, МТС. Видишь, что? Вот это вход у меня здесь для поездов. Фу, блин. Кайф. Я дома. Что тут у нас с саженцами? Выросло все. Кайф. У чела все выросло. Я всегда был уверен, что Twitch TV твой основной канал. Чезак. Хуя. Почему на этом подписок больше? Зачем тебе два канала? Пошел ты на... Один для нарезок. Нарез... Twitch это вообще пи***ц. Володя, не нахуй отсюда. Надо забанить его вообще, хейтера этого. А? Итак, смотря, что мы делаем, нам что сейчас надо? Стержни огненные у нас есть, мы в аду их нашли. Что нам сейчас по сюжету надо? А? Зачем я стержни собирал? Я вот не помню, для чего они. Ну, в смысле, я помню, что они нужны. Мне тоже табличку, пожалуйста. А мне твой ник не нравится, я такие таблички не ставлю. Здравствуй. И ну скажи мне...
Кто лучше, дед или ты? Я скучал Давай по тебе. Давай тогда, Твич ТВ, Варюга. Еще хуже, тем более. Тогда Рамзан Охметович. Осуждаю. Ну давай, скажи, что плохое. Попробуй меня трехнуть. Да я тебя сам трехну, Вавей. Привет. Да. Очень привет. Нравятся твои стримы. Поставь мне, пожалуйста, табличку. Очень хочется увидеть ее в Норильске. Ага, ничего, что допустим, ты можешь да? еще передать Тысячник. Привет Николаю Сапрыкину из Нижней Залупы. Заранее Николай спасибо. Из Нижней Залупы, привет. Вот я вот дальше, честно, не помню. Я же дракона убивал. Но я не помню, блин, чё, вот сейчас, что нужно делать. Насчет адского нароста, я даже не помню, чтобы я эту хуйню собирал для того, чтобы убить дракона. Исследователи из Центра Опинитиативи выпустили реально, видео на своем YouTube-канале, где обезьяна с именем Канзи сумела одолеть дракона края. Дед, сможешь так же? Обезьян за полгода прошел. Надо око края переделай стержни и соедини за глазами Эндера. Как это сделать? Где добывая обсидан? У меня есть обсидан. Из одного стержня и трех обсиданов надо сделать много варочных стоек. Минимум 10. Чтобы на них варить глаза Эндера. Чтобы попасть в Энд-дракона. Ну, я помню, глаза подкидываешь, они ведут тебя к дракону. Ну, в смысле, к порталу вот этому. В смысле, ну, один стержень и три обсидана. Не думай делать варочные стойки, они хотят, чтобы ты потратил стержни. Дед Шкила тебя гонит к дракону, чтобы увидеть твой попуск. Но рано пока. Сделай стол зачарования фулл алмазный сет. Вещи все зачаруй. Яблоки сделай золотые. Подготовься. Едой за Тариса. Это правильно ты говоришь. Вот насчет этого я согласен. А из чего делается алмазный стол? Ой, алмаз, зачарование. Дед, тебе нужны глаза с Эндером. Обычные глаза. Ты будешь кидать, и они Нифига. Тебя ведут к крепости. Часть глаз нужно соединить со стержнем, чтобы поставить их в портал в Эндермир. Нарост тебе не нужен. Надо пойти, короче, отдыхать, ребята. Да, потому что надо пойти сейчас отдыхашку делать. А следующий поток уже... Потому что я так всего 7 часов в Майнкрафте. Что-то я прям это время пролетело. Я смотрю уже, блин, время 12:30. Офигеть, надо пойти по спашке, наверное. Но я действительно сегодня прошел игру. Следующий поток уже точно будет тогда до финала Майнкрафт. 100% надо дофиналивать, да.